было. То есть это хоть, ну, было, я не знаю, можно описать как насилие какое-то. Но я от этого вообще жесткое веселье получал и адреналин. То есть я бегал, блядь, по этим сугробам, там, вокруг этой реки, баны, там, туда-сюда, вверх-вниз, там, такая местность прям большая была, какой-то парк в низине, я там туда-сюда бегал, блядь, мне вообще такой, бля, блядь, типа, я вообще сейчас под прикрытием туда-сюда прячусь, блядь, под какие-то корни, там, как, знаете, в этих хоббитах, просто под какое-то дерево там заныкался. Сидел там, мог полчаса сидеть, всю жопу отморозить, блядь, заработать себе какую-нибудь болезнь, просто сидел там. Этот и такой, бля, хоть бы не нашли, хоть бы нашли. Они меня находили, просто мне на животе начали коленями прыгать. Ха-ха! Р! Р! Просто буквы просто уже выхаркивал, блядь, вместе с этими с внутренностями. Там так говорил уже, и все, они там дальше, типа, шли. Вот, ребят, как вам такое детство. Но. А драк у меня никаких не было, типа, вот, что, как видите, дрался с районом. У меня такой хуйни никогда не было. Только вот эти игры с неблагополучными какими-то. Да, такое было.